подписчики моего YouTube канала. Это видео показано будет продолжение нескольких моих видео о гробницах этрусков. Будет показано очередное место этрусков с гигантскими гробницами, которые как, ну, как будто вот круглые дома, купола домов. Уникальное археологическое место, как я уже повторюсь еще раз, я уже здесь сделал несколько видео о гробницах. Это будет еще одно видео о них с планом даже этого города, ну такого древнего, не город, ну такой древнего гробниц, планы древних гробниц этрусков. Одни из них относительно небольшие, одни гигантские. Там в стенах этих гробниц есть полигональная кладка. Я лично видел ее, лично даже нескольких видео опубликовал фотографии этой полигональной кладки. Действительно, камни сложены сложным таким, очень сложным рисунком полигональной кладки. И очень древние, как минимум, даже согласно официальной версии, примерно с 1000 года до нашей эры по примерно 500 год до нашей эры эти гробницы этрусков. Как будто древний брошенный город. Там есть дома, там есть такие трапециевидные двери, внутри трапециевидные ниши, словно окна, и прочие-прочие моменты. Все остальное вы видите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Еще раз повторю, это видео будет продолжением нескольких моих видео о этрусских гробницах. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.
Thank you.